Всем привет, меня зовут Людмила, вы на канале Вяжем Вместе. Сегодня будем вязать детскую шапочку. Для этого нам понадобятся ножнички. Спицы круговые 3,5, тросик длиной 40 сантиметров. Вот такая помпошка и ниточки. Кто смотрит мой канал, уже, наверное, узнали ниточки, я из них вязала. Снуд, они у меня в остатках, и я решила их использовать и связать шапочку с градиентом. Все о ниточках подробнее я вам напишу в описании. Мы берем ниточку в 3 сложения и набираем обычным способом 60 петель. Набираю я на одну спицу. Так, выравниваем петельки, чтобы у вас не скрутилось, и далее мы будем соединять в кольцо. Смотрите, что хочу вам сказать. Я сейчас соединяю, у меня получается 59 петель. В моем случае это не важно, я сейчас одной петли лишусь, у меня платочная вязка будет, поэтому не важно, плюс-минус одна петля. Если вы вдруг будете вязать на будущее с косами шапочки или, в общем, любым другим рисунком, но суть в чем, что будет у вас тут определенное количество петель, да, и вам, конечно, обязательно надо здесь, прежде чем соединить, вы будете набирать, допустим, не 60, а 61 петлю, так как одна петля у вас уйдет на соединение. Вот смотрите, мы сейчас таким образом с левой спицы вот так протягиваем через петлю и одеваем на правую. Вот так мы соединили. А далее у нас идет полотно платочной вязкой. То есть, если бы вязали вы поворотными рядами, то бы вы вязали лицевой ряд, изнаночные лицевыми. А в нашем случае мы вяжем по кругу, поэтому у нас будут меняться ряды. То есть первый ряд мы вяжем изнаночный сейчас, второй ряд лицевой, потом изнаночный и так далее. Всю шапочку будем вязать таким способом. Маркер мы одевать не будем, так как тут у нас будет... Ну, можете ориентироваться по кончику, можете... Здесь будет имитация ряда видно, и вы не спутаете. В общем, вяжем первый ряд изнаночный. Все очень просто. Первый ряд немножко трудновато будет, потом полегче. В общем, вяжем таким образом бордовой нитью 3 сантиметра по кругу. Я провязала 3 сантиметра. Вот видите, у нас уже появился шовчик. Но на самом деле это имитация. Так, далее. Следующие 3 сантиметра мы будем с вами полосу вязать, меняя нить. Вот сейчас мы меняем. Одну мы убираем. Я уже обрезала ниточку и добавляю сиреневого цвета. В
Предыдущий у нас был изнаночный, и сейчас я вяжу лицевой ряд. Дальше, в течение, вернее, в этой полосе 3 сантиметра, мы должны успеть поменять 2 нити. То есть мы провяжем 3 сантиметра и дальше будем вязать уже сиреневой нитью. У нас уже через 3 сантиметра должно быть на здесь вот 3 сиреневой нити. Вяжем самостоятельно. Встретимся еще через 3 сантиметра. Так, я уже поменяла нить, у меня 3 сиреневые, дальше вяжем 3 сантиметра сиреневой, в общем, все повторяется, и следующие 3 сантиметра переход на белую нить. И вяжите самостоятельно, встретимся, когда я буду убавлять в верхней части шапочку. Так, вот я провязала несколько рядов уже белой нитью, и, как видите, поменяла спицы на чулочные, так как сейчас у нас будут петли убавляться, будет на них удобнее вязать. На расстоянии 13 сантиметров мы начинаем делать убавки. Сейчас мы будем вязать лицевыми ряд и убавляем мы в этом ряду 6 петель. Вот, допустим, у меня 3 спицы, я в каждой части вот убавлю по 2. В любом месте можно, не будет заметно. Вот здесь убавлю, то есть 2 вместе провязываю. Только крепко старайтесь так поплотнее, чтобы отверстий не было видно. И в конце. Вот здесь можно. Так. Так, следующий. Таким же образом. В этом месте убавлю. Здесь. Следующий ряд довяжем до конца. Следующий изнаночный провязываем без убавок самостоятельно. Так, опять лицевые петли, и мы еще раз убавляем таким же образом 6 раз. Только уже меняйте места, чтобы один в один не было, не так заметно будет. Видите, не видно у нас прошлых убавочек. И здесь убавила. Вот у меня уже тут совсем чуть-чуть осталось. В общем, убавляла я через ряд. В лицевых рядах убавляла, где были изнаночные петли, я провязывала просто изнаночными. То есть я 4 раза убавила через ряд по 6 петель. И 2 ряда я уже убавила через одну петлю убавляла. Вот сейчас 3-й ряд я еще убавляю через одну петлю. Сейчас покажу как. И провязываю ряд изнаночный, изнаночными петлями, и на этом заканчиваю. То есть вот
убавила я. Один ряд провязала лицевой. Дальше я убавляю еще с двух одну. Опять провязываю. Еще раз убавляю. Вот таким образом. Третий раз убавляю. Изнаночными провязываю еще ряд и закрываю. Ну, вот так у меня получилось. А далее будем вязать ушки. Я маркерами уже отметила, в каких местах. Так. Берем спицы и набираем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. Вяжем платочной вязкой, то есть все петли лицевые. Последняя петля изнаночная. Так, пятый ряд. Делаем убавочки. Первые две петли, последние. Провязываем вместе. Таким образом делаем убавочки. А, смотрите, здесь я делала убавку с одной стороны. Цепляла спицу. В конце мы будем делать, чтобы у нас красивый краешек был с другой стороны. Так. Первая убавочка. Далее вяжем без убавлений. Следующий ряд. Опять таким же способом убавляем и через ряд. У нас на спице осталось 3 петли. Мы их провязываем вместе. Вот такое ушко получилось. Аналогично вяжем второе. Такие ушки получились. Дальше мы будем обвязывать. Второе ушко провязали, нить осталась, вы ее не обрываете, крючком обвязываем вокруг столбиками без накида. Подошли к вершине ушка, вяжем 60 воздушных петель. Далее разворачиваемся и вяжем соединительными столбиками в обратном направлении. Продолжаем обвязку. Наша шапочка практически готова. Осталось украсить. Пампошки пришила
ленточки. Помпончик у нас будет съемный. Шапочка готова. Вот такая красота у нас получилась. С замечательными такими маленькими пчелками. Шапочка получилась очень экономная. Ушло всего примерно 50 грамм. Еще осталось очень много пряжи. Еще можно связать из нее две таких шапочки. Если вам понравилась моя шапочка, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока.